Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи поэта Владимира Дорохина. Композиция называется «Пожар», музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Павших листьев скоб кружится, и стремглав несется вдаль до последней летней птицы, задержав мою печаль до последней. Пожара зелень метит всю окрест, будто пала с неба кара в ночь на дол родных мне мест, будто пала с неба кара в ночь на дол родных мне мест. Не дожди тоску с ветрами навеваю, о весне только мысли вечерами растворенные в вине, только мысли вечерами растворенные. Как на скомканной бумаге перечеркнуты они, и от рифмы в полшаге вновь шепчу их из сели, и от рифмы в полшаге вновь шепчу их из сели. Не беснуйся, сплен осенний, предрассветной кутерьме, не пляши в пылу сомнений, грозной искрой на уме. Ведь для них пожар трагичней облетевших рыжих крон, с тем ли стал я прозаичней, злых андров опустошен. Как мои бумагу руки разбросать, велят кругом листья ветер, с тылой скуки обрывая за окном листья ветер, с тылой скуки обрывая за окном. От нее не запереться обреченно, дом спеша, там, где просит отогреться вновь продрогшая душа, там, где просит отогреться вновь продрогшая душа. Сколь порой коварна осень укрывать контрою дни, как же нрав я не сносен под лицам иным сродни. Павших листьев
скоп кружится, и стремглав несется вдаль до последней летней птицы, задержав мою печаль до последней летней птицы, задержав мою печаль. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт», «Пожар», стихи поэта Владимира Дорохина, музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия».